Ветчина из форели, хлеб из семги и шашлык из северной щуки. Вот такие деликатесы продают на ярмарке возле Дворца искусств. На прилавке курильский лосось, кальмары, сахалинская горбуша. Килограмма 30 рублей. Покупатели закупаются вдоволь и окунем. В спросе также саварин, палтус, терпук и треска. Мы представляем Рязанский рыбоперерабатывающий комбинат. У нас очень большой ассортимент рыбы. Горячего копчения, холодного копчения. Красной рыбы очень много наименований, начиная от горбуши и заканчивается чавыча. В консервах продают красную рыбу, сайру, печень трески, кижуч и даже икру минтая. Цена от 3,50. Рядом специи – паприка, карри, мускатный орех. Для любителей сладкого – халва, рахат лукум и сухофрукты. К ним чай на развес – Эрл Грей, Айриш Крим, Манговый рай и Граф Орлов. А еще мед из Беларуси, Башкирии и Алтая. Баночка от 10 рублей. Выбор есть. Есть, прекрасно есть. И чаин хороший вяжи, пасты там есть зубные, мед хороший. Не теряют своей актуальности и крема без отдушек и красителей, мыло ручной работы и паста без фтора прямиком из Индии. Здесь же рыбий жир за 10 рублей, магний B6 и травяные сборы из Алтая. Снова привезли вам алтайские бальзамы, все безалкогольные, капсулы с деактиватором. Применяются при хроническом артрите, артрозе, остеохондрозе. Запускают механизмы восстановления хрящевой соединительной костной ткани. Продают здесь и одежду. Женские сорочки, шерстяные носки и теплые свитшоты. Шубы из овчины, выделки мутуна, астрагана и кёрли. Размерный ряд от 38 до 60. Цены от 400 рублей. Тут же и зимние сапоги. Мех из натуральной шерсти. К образу предлагают подобрать и бижутерию. В ассортименте кольца, серьги, браслеты, цепочки. Также детская продукция, стоимость от 1 рубля и выше. И еще привезли мы сувенирную продукцию. Это эко-камины с часами, говорящие, поющие попугайчики. Все товары на ярмарке продаются по оптовым ценам. Кермаш работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Закупиться впрок можно до 20 октября включительно. Адрес: Ульяновская, 35. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.